Анастасия, я думаю, что вы довольны вот выступлением в воскресенье, в последний день. Как бы вы все-таки два раза побывали на подиуме. Это, можно сказать, самое удачное выступление вашей сборной вот за последние годы? Ну, так можно было сказать. Мы же никогда не были на турнире на тесте. И нас это, конечно, очень радует, но мы должны еще дальше работать. И там еще много есть, чего можно еще улучшить. И у нас еще все впереди, поэтому надеемся, что мы еще все лучше и лучше будем работать. И будем тоже такие места занимать. А что получилось сегодня и что не получилось вчера, позавчера, например? У нас в пятницу очень хорошо окружение стенков получилось. В субботу немножко, ну, можно сказать, завалили булавы. Там были некоторые потери, которые не должны были быть. И сегодня, наоборот, мы булавы очень хорошо отработали. И публика тоже очень хорошо нас, ну, с музыкой там хлопала. И не просто мы их чувствовали на площадке. И с лентами там взяли одну маленькую ошибку. Это, конечно, жалко, но еще хватило на третье место. И это нас, конечно, радует. Как думаете, от чего это зависит, что у вас так получилось? Какие факторы сыграли вот позитивную роль? Не знаю, думаю, мы сегодня еще раз хорошо собрались все вместе, показали, что мы команда, что все вместе поддерживали себя друг друга. Наш тренер тоже очень хорошую работу с нами сделала, она нас мотивировала и все. У вас сборная, сколько русскоговорящих спортсменов? У вас состав 6 человек, да? А сколько из них говорят на русском языке? Вот все-таки Берлин вам придаст новых сил и новую мотивацию перед Олимпиадой, как вы считаете? Конечно, я думаю, что сейчас, когда начнется подготовление к Олимпийским играм, это нам дает еще сил, что мы здесь хорошо выступили, нас мотивирует это, что мы видим, что все возможно, никто не... Ну, у всех вам получится ошибки, и, конечно, тоже у нас никто от этого не застрахован, и мы надеемся, что мы просто чисто выступим на Олимпийских играх, для этого мы сейчас все будем еще делать. За две недели мы будем еще тренироваться каждый день там по два раза и просто будем пытаться, чтобы уже все было всегда четко и чисто и на Олимпийских играх показать тогда все, что можно. Спасибо большое, удачи! Да.